Нет, меня здесь нету! Всем здорово, ребята, и Костерко, добро пожаловать на видосик. И сегодня, за Джой Крыша, смотри, вот, продолжаем. Сегодня у нас Living Room. Песня меняется? Да, песня, правда, меняется. Living Room. Продолжаем проходить, потому что мы прошли... Как называется, даже не знаю, кстати. Не знаю, короче, колыбельку. Погнали. Well, it's not like he was in any condition to do anything. Did you see his clothes? It's like he came out of a bonfire. I mean, I could have, you know, called an ambulance, maybe dropped him off near a hospital would have been better. I just don't think I feel comfortable with a complete stranger just ending up sleeping in our house is all. Офигеть, как ничего не понимаю. Мне бы субтитры, серьезно. Нужны субтитры, были бы сильно. Но я уверен, что во второй части точно не будут. Извините, что перебиваю. Может, вы пытаетесь перевести, я то говорю. Уйди, хватит. Of course, all night. Come on, don't you want to spend time with me more? You are done updating your site for the anniversary. How about we just sit here in the living room and watch some TV while we keep an eye on the kids? I mean, sure. I guess we could do that. I just gotta go make sure one more time nothing's wrong, all right? I'll be right back. Они вроде бы как... Okay, I'll just stay right here. But don't take too long. You worry too much. Они вроде как волнуются о том, что... О том мужике, который появился у них дома. И... А, Майкл его же зовут, да? Да, Майкл, точно. Его зовут Майкл. Они волнуются о мужике, которого они впустили в дом. Охуеть. Охуеть. Серьезно, вы родного мужика, блядь. Вот почти там голый, с ранами, на бандита, нахуй, наверное, похож. Впустили его в дом. Но спеш, чтобы съесть. Класс. Hello? Hello? Да, еще похуй. Мы без обучалки справимся. Дверь. А. Какая-то дверь открывается. Ага. А, не открывается. А, не открывается, а посматривается. На кнопку просто? Да, на кнопку просто. А если на Е, можно на Е? Нет, только на кнопку. Ага. То есть вот отсюда вот выходит кто-то. Бонни, по-моему. Бонни, по-моему. Бонни должен выходить отсюда. Отсюда не помню. Еще как-то Чика, что ли, появляется. Вроде бы. Вроде нет. Так. Фокси. Или... Нет, да, это Фокси. Фредди. А пауза как? А как пауза? Погоди. А, просто кликать. А кого стопать? Наверное, Фредди. Фокси это Фокси, Фокси тоже быстрее. Есть где-нибудь подсказку? Нет? Ничего нету. Бляха, по-моему, там пиздец, да? Окей, я его типа стопаю, чё? Он под такой двери какой-то. И вот к моей двери! Наверное, все, тут все понятно, в принципе. Сейчас я выживу. Я слышу, я эти шаги слышу. Фокси отсюда, да? Фокси отсюда точно выходит. Я... Бляха. Это изи победа. Хороший скример на превью пойдет. У нас не было Фреддика на превью, вот и Фредди на превью пришел к нам. Ну, тут все понятно объяснять. Короче, тут все легко. Тут просто все легко. Просто все лично. Просто мы тупые. Вот. А как мотать? Можно как-то? Клавиатура никак. Понятно, я вас понял, где они вообще. А! Нет, не А. А ты? Здесь никого нет. Хорошо. Привет. Вот это напоминает на херню, которая была в детской херне. Херню, которая была в детской херне. Молодец, Рокот. Так, это уже идет так. Ну, стопы мы, наверное, Фредди, я так понимаю. Кстати, мне кажется, этот Майкл, это Майкл Шмидт. Ну, блин, какое совпадение, что его зовут Майкл. Даже не знаю, правда или нет. Ну, мне тоже, на самом деле, мне тоже так кажется, потому что, ну, не просто же так он Майкл, да, из ФНАФа сразу назвали. Ну, что-то же реально в этом было, замешано. Ну, я бы... Ну, короче, там...
Мне интересно, как Майкл вообще к ним пришел, зачем он пришел, вообще от чего он боялся, от чего пугался, что с ним произошло. Мне очень интересно даже узнать это вообще. А блин, что-то вообще как будто я останавливаю, как будто Фокси. Ага. Ага. Нет, не как будто одного Фокси. Так, встаем здесь, получается. Будет мучить себя проходить на 100%. Да! Уходи. Бляха! Да, он здесь. Я говорю, он здесь. Я говорю, он здесь. Раз, два, три. Раз, два, три! Бляха. О. Надо будет. Интересно, можно с ними пойти? Очень хороший вариант, Рокет, молодец. Никого нет до сих пор. Окей, значит все хорошо, значит все прекрасно. Смотрите, Фокси уже здесь, а Фредди нет, мы... Бляха. Мы можем его еще стопнуть так по приколу, потому что можно. Все. То есть Фокси уже будет подходить, а Фредди уже здесь. Вот. Что? Где кого? Привет! Первым делом пошел поздороваться с плакатом, молодец. Я там что-то вижу. Там что-то мигает, наверное, либо это не то, о чем я думаю. Надеюсь, что это не то, о чем я думаю. Бляха. Я уже подумал, что Фокси под... Нет, это не... Мне не кажется, он реально подходит ко мне. Мне не кажется, он реально подходит ко мне. Где Фредди? Нихуя я сыграл. Так. Прекрасно. Здорово, Фредди. Фредди. Да, именно Фредди. Ура, я придумал новое имя. Фредди. Будем называть Фредди. Так это со стороны Чики сейчас было. Тоже Чика, да? Да, все, нам писец. Нам всем конец. Мне кажется, просто полный конец. Нет! А нет, сначала Фокси. Да-да, пиздец, все. Куда? Кого? Куда? А? Что? Нет, меня здесь нету! Ну это чисто, это все понятно, подивись, если что. Если отсюда идет скрежет, то это приходит Бонни. Надо прятаться. Если отсюда, я не знаю, что это было. Может это просто звуковой эффект такой классный. А кто из них быстрее, тут вообще не поймешь. Но если Фокси должен быть быстрый, то Фокси должен быть быстрый. Кто из них быстрее? Они, по-моему, одинаковой скоростью ходят, разве нет? Ладно, стопим, короче, Фредди. Стопим, получается, Фредди. И радуемся жизни. Да ты обернись уже, нет? Вообще. Вообще ненормально. Так. Еще стопим. Перебор, да, мне кажется. Ладно, радуйся жизни, все прекрасно, все офигенно. Я какие-то звуки слышу, погоди. Ага. Что это было? Вот сейчас, по-моему, Фокси уже здесь. Я звуки какие-то слышу. Так. Опять какие-то звуки. Бляха.
мама криминал. Вот и я, и вот она. Так ты где? Стоит лишь один раз наорать, как эти рабы сразу пойдут работать. Туда их. Туда их, потому что... Как Фредди вообще умудрился, кстати, перегнать Фокси в прошлый раз? Как это работает? Кстати, реально. Где, блядь, где я? Что за... Звуки. Спрячься меня. Стоять. Ультра здорово. Из плаката Фредди вроде чикнули. Вот нет. Ой. Вот мне то, что-то кажется, что вот из плаката вылезает. Еще звуки были. Ага. Вот тоже кажется, что из плаката чик вылезает. Ну вот как, почему? Что с ней делал? Бонни? Чего? Это Бонни сейчас был? Бля, сейчас подхожу к двери. Бля, сейчас такой прикол будет, я говорю вам. Там не может быть Бонни. Ага. Прячемся. Ага. Надо считать, сколько раз, короче, он потом гремит, потому что еще там сейчас будет скрежет, он... Не так, как раньше. Смотрите, короче. Сейчас! Любой его звук, он, кстати, двигается, он анимирован, нифига. Бляха, я застрял. Любой его звук... И мы сразу прячемся. А вот и этот самый звук. Сейчас должно быть все нормально. Он сразу ушел. Блях, я испугался. Я просто опять какие-то звуки... Я постоянно слышу какие-то звуки. Мне это вообще не нравится. Так, сейчас будет Фокси. Сейчас будет Фокси. Сейчас будет Фокси. Вот это качество в замке было. По графоне, да, нормально это все сделано, на самом деле. Бляха. Он еще так жужжит на меня. Май голубежу. Это нечестно! Надо было его ступить! Надо было его еще ступить! Пиздец. Это же явно ничего хорошего не предвещает. Сваливай. Свали! Ну и... Да ты гонишь, ты только сейчас решил. Бляха. А этот, по-моему, проигрыш опять. Не знаю, мне кажется, Фокси придет. Надо было в камеры посмотреть. Ага, нет, нормально. Сейчас надо за Фредди посмотреть. Сейчас надо за Фредди посмотреть срочно. Где Фредди? Да пиздец! Да за что? У меня был шанс! У меня был шанс выжить! Он сейчас точно появится. Вот сейчас он точно появится. Давай, 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 давай. Хорош, хорош, хорош. И уходи. Ага. Тормозим Фреддика. Тормозим Фреддика. Что это сейчас было? Ничего ж хорошего это не предвещает, да? Ух!
живем. Рейд. Хорошо, молодец. Молодчина. Молодчина. Что он еще далеко? Молодчина. Хорошо. Фокси подходит. Нихуёво. На меня кто-то рычал. Нихуёво. Хорошо. Ага, ждем любой звук от Бонни. А вот этот звук. Ебать, да что происходит-то с вами всеми? По-моему, все хуёво. По-моему, все хуёво. По-моему, все. По-моему, все просто ужаснейшее. Да ну не! Ой, я ненавижу! Ждем Бонни. А теперь прячемся. А я могу в той стороне заныкаться? Вопрос. Сейчас вопрос к чату. Могу в той стороне заныкаться? Просто там Фокси. Мне не хочется проигрывать. Прекрасно. Интересно, к Фредди придет, мне кажется. Хорош! Хорошо сейчас было. Хорошо сейчас было. Вы не поспорите. Останавливать сейчас Фредди надо, да? Да, останавливать сейчас Фредди надо. Пусть только поворот идет, пусть. Прикольно. Сразу стоит на тебя. Третий час только, ё-моё, я прошел сначала до четвертого доживал. Ага, супер. Вообще-то не супер, вообще-то ужасно, чика нам мешай будет. Стопим Фреддика. Фредди не надо. Еще стопим Фреддика. Фредди не надо. Фредди, похер на чику. Бляха! Вот это сейчас было нормально. Мне кажется, сейчас будет ой, Бонни. Бонни. Так, он уже у прохода. Фредди, Фредди, тормозим. Раз, два, три, четыре, пять. Еще можно. Все. Думаю, хватит. Хорошо. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Ебать, в смысле? Это в смысле сейчас? Это в смысле сейчас? Она это и не подписывалась. А вы же в курсе, что бывает, если я не подписываюсь на... ваши проделки. Еще раза три Бонни.
Еще раз за три слышим звук Бонни. Фредди, останавливаем. Раз за три ждем раза. Раз за три ждем Бонни. Что? Нет! Нет! В смысле, я жив? Или что? Нет, я не жив, да? Чего? 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 Да почему? Что за камбэк, блядь? Ну, Чика, ты вообще, конечно, скотина. Ладно, ребят, на этом это видео подходит к концу. С тем пакетом. Сам Серкот, Лёс, значит, пока. Удачи, пока.